Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer en levant des oiseaux, comme l'oiseau bleu sur la terre, voit comme le monde est beau. О, Кать, Кать, а ты знаешь, что уже нашего Макса целую неделю нет? И все. Он сегодня возвращается. Надо как-то готовиться, встречать. Раз надо встречать, так давай встречать. Значит, смотри, что нам надо? Надо продуктов французских купить. Французских? А где их в Англии купить? Французских, будем искать. Он же там за неделю уже, наверное, лягушек научился есть. Да, предположение. Ну, есть, конечно, пару магазинчиков классных. Там, где можно, может, и лягушек найти, и сыр Рокфор. Кстати, я сам никогда не пробовал, хочу попробовать. Это вонючий. И улиток, точно, еще с чесноком. Вот это у нас будет Франция в доме пахнуть. Ну, в общем, сейчас подумаем, куда поедем, чтобы французские продукты искать. А тем временем я хочу вам, зритель, что-то показать. Идем со мной. Давай, давай. Ага. Ой, а круассан ты где нашел? В магазине. Дай мне кусочек. Заходите, заходите. Макса не было целую неделю, и мы успели немножко тут ему обновить. Например, перекрасили вот эту стенку, а то она уже была немножко поцарапанная. Перекрасили двери. У него были они коричневые. Эти двери и вот эти. Которые. Я вижу что-то там внутри. Что? Новый ковер. Нет, это уже все старое. А новое это перекрашенные двери и вот та стенка. Интересно, или Макс заметит? А, еще и плинтуса мы тоже поперекрашивали. Они все были коричневые. Ну да. Заметит ли Макс? Аж интересно. Вот ту стенку точно сразу не заметит. Ну что она немножко так как бы сзади получается. Когда я заходишь. Ее тоже не заметила. Ну что, поехали за продуктами? Да, ну когда он приедет, Макс? А уже через 3 часа. Надо быстро идти. А эти круассаны такие крошковые. Так, круассанчики это хорошо, но... Надо что-то еще прикупить. Так, Катя, что ты там нашла из французской кухни? Я нашла тут фондю, трюфели, луковый суп, крем-брюле, крепы. Точно, крепы! Ням-ням! А что такое скрепы? Крэп. И с чем его едят? Или что это такое? А, это блинчики. А, блинчики мы любим. Потом у нас есть... Фуагра, фондю, нормально. Профитрули с сахарным крепом, багеты. А, эклеры, да? Точно. Итак, список понятен. Едем искать. Главное лягушек найти. А где же их искать? Тут, кстати, подумали и решили, что лягушу чеват и фондю, и фуаграм мы найдем в Харце. Идем поищем. Я покупаем сыры французские. Посмотри, посмотри, какой ты... Вот, мне интересно, вот какой сыр Макс научился есть там, а за неделю? Реально пахнет. Сутилен, блюстельтон, колстон и колстон. Разные колстоны. Посмотрите туда. Я нашел вот тот вонючий сыр, и он еще и с трюфелями. Обязательно? Конечно, обязательно. Ребенок из Франции едет. Кстати, а где он? А вы знаете что? Я по секрету Максу вцепил на чемодан и на рюкзак AirTag. И можно посмотреть, где он находится. Итак, вот наш Макс, вещи, Макс рюкзак. Он находится где-то вот здесь и где это. А, на севере Парижа. Это они уже едут. Где-то в центре, получается, железнодорожная станция. Они уже на поезде едут к нам. Вот этот зайчик и вот нет, не зайчик. Или это станция еще? Куда стоп увеличивать? Вот непонятно. О, они на станции. Вот. Железнодорожная станция. И вот Макса рюкзак. Они едут домой. Так, вот теперь вопрос. С трюфелями или с плесенью? Или и с плесенью, или с трюфелями вместе? Тут есть сетчбах, где тухает окопки. Вот это. Кать, пробуешь? Это без плесени. Тут есть шарбот, шарбот удач. Оша бишу, потью, ао. Из 1000 сыров я выбираю Рокфор. Я знаю, что это самый популярный французский сыр. Вот, я нашел. Tradition Emotion. Там написано. Он с зеленой плесенью. Там написано. Les crues de débris
brebis, appellation de origine protégée. Нет, не хочу я это трогать. Что, обычный зеленый, обычный рокфор. Макс его там наелся, он уже, наверное, его килограммами ест. Нам нужна корзинка золотая. Все в конце. Вот они. Вот это грибок, вот тот на подушечке лежит, это трюфель. 80 фунтов стоит один грибок. Берем. Они похожи на вот эти блэкберри. Сушеные, сморщенные. Во Франции штруфеля едят? Да. Ну вот, пожалуйста. Надо брать. Па, ты знаешь, у нас есть дома такие. А. Только консервированные. Точно, тогда здесь не берем. Это вот в такой баночке у нас, да? Ага. 80 фунтов за вот это? Конечно. Тоже спинки ищут. Устрицы, улитки. Французские. У меня уже руки пахнут улитками. Так, ищем лягушиные лапки. У вас есть frog legs? Закончились. Ладно, идем искать. Что там у нас еще в списке? Эклеры. И фуагра. И крепс. Ну, блинчики. Как все успеть? Так, фуагра здесь должна быть, птица. Так. Это не лягуши лапки, вот это. Свежеприготовленные фуагры нам не дали. Есть два варианта. Есть консервированная или есть где-то там сырая вообще, но ее готовить только надо. Давай. Вот эту? Не хочешь готовить? Поменьше, побольше? Поменьше. Окей. Так, фуагра есть. Теперь еще фондю и эклеры, да? И лягушиные лапки. И крэп. Вот она, фуагра, Кать, будешь жарить? Ну, это печень гусиная. Вот написано. Фуягра. Так что, все-таки в консерве? Консервы, и еще идем за эклерами и крепами. Окей. Какой ежик интересный. Это не он. Я пишу Наполеон. Это французский, нет? Может быть, да. И эклеры тоже. Шоколадный эклер и милефили. Это не Наполеон, это милефили. Это не филе. Сои. Листья. Мильфель. Давай и тот возьмем. Два эклера, я тоже хочу. Хорошо. Еще смотрите, что я нашел. Крем-брюле, тирамису и шоколадный трюфель. Это же все французские слова. Только кранхуи. Это только... Тирамису не? Нет. Но крем-брюле, да, так говорили. Берем это тоже. Я еще такое не пробовал. Я думал, что это мороженое крем-брюле. Вообще, ну вот, что? Чоклат-мусс – это деликатес французский. А чоклат-трюфель не французский? Я так хочу его попробовать. Ну ладно, хоть крем-брюле попробую. Это не брюле, это брюи. Мороженое крем-брюле, я помню, из детства. Да. Да. И ты сильно брюю. Брюю. Брюю, это значит грудь. Кать, я не могу отказаться, но трюфель это точно французское слово. Да, я забыла, это французское. Ну просто он такой красивый. Это крампл тут, эпл-крампл. Это тоже французское? Да. Ты, ну бери. Так, мы немного нашли продуктов, но самого главного не кусочек лапок. Нет, сейчас идем, покупаем багет и едем в другой магазин дотариваться. Багет сказали только здесь. Вот он. Багет. Глютен фри. А обычный где багет? Что за магазин? Ничего в нем нет. Ладно, тогда и багет в другом месте. Багет должен быть хрустящий. Все, фреш. Основная часть закуплена. Макс приезжает где-то через 2 часа. Нам нужно еще найти лягушачьи лапки. Быстренько поехали. И багеты. И багеты. И крепы. Ой, как много работы. Быстро, побежали. Это он. 22-го года. Новая модель Range Rover. А почему у нас нет до сих пор? Нина. Сказали только в сентябре. Может быть, не раньше, чем в сентябре. Вон, посмотрите на эту красоту. Стой, пап, что это французский? Это английские машины. А мы до сих пор свою машину не получили. Ладно, идем искать лягушачьи лапки. А то ребенок скоро... А, кстати, он уже под Ла-Маншем где-то. Я уже проверял, он уже был, подъезжал к морю. А ну-ка, пока. 10 минут назад был еще во Франции. Вот здесь. Вот, на границе уже практически. Так что все, еще немножко, и Макс уже будет дома. Я уже за ним соскучился. Неделю ребенка дома не было.
тоже. Главное лягушачьи лапки найти. Кать, выходим, идем искать лягушек у корейцев. Не знаю, они любят всякое такое. Лягушачьи лапки. Я бы не взял дуриан. Жаль, что он не французский. Это дуриан? Вот. Это джекфрут. Да, это джекфрут. Нету, написано дуриан. Это реально дуриан. Так может возьмем? Давай. Ну как? Вонючий сыр, вонючий фрукт. А? А как его взять? Вонючий. Ладно, тогда не будем. 58 фунтов. А не надо. Сильно дорогой прикол получается. А вот это 86 фунтов. Вот в заморозке мы нашли что-то похожее. Даже замороженное мясо устриц. О! Почему они такие большие? Кать, вопрос. Лягушек нет. Багеты, крепы. Макс, уже в Англии, наверное. Так, 5 минут назад на М20 уже. Они уже в Англии. Они уже к Лондону подъезжают. Катя, они час и дома. Надо срочно что-то делать. Разные ракушки есть, рыба есть. Даже всякие вот такие огромные креветки есть. А у этих жаб нету. Даже омары с лобстерами. А какие большие. Нельзя трогать. Нельзя? Па. Чего? Да можно. Посмотрите. Нельзя, па. А, точно, don't touch. Ну ладно, ладно, пошли. Лап не нашли, ничего здесь не нашли. Ну всякие вот эти нашли, но я не знаю, ли он будет есть. Нельзя трогать. Катя. И багет. А я не видел лягушачьих лап. Неужели такая проблема поехать на речку и наловить лягушек? Чем мне ребенка теперь кормить? Он же привык уже, наверное, к лягушкам за неделю. Да я уверен, что привык. Быстренько берем все, накрываем на стол и едем встречать Макса. Осталось меньше часа. Он уже в Лондоне на станции. Сейчас они уже едут оттуда на автобусе. Так, багет, улитки. Все, ничего не забыть. Давай, Кать, бери свои клубники и побежали. Клубнички. Ням-ням. Багет. Мы вроде бы все красиво приготовили. Багет обалденно пахнет. Макс буквально 15 минут, и Макс уже дома. Точнее, там, в школе. Поехали его встречать. Надеюсь, ему все понравится. Надеюсь, он не обидится, что мы не нашли ему лягушачьих лап. А то ж за неделю он точно стал уже французом. Поехали. Мы забыли про крепсы! Итак, подъезжаем, смотрим. Вот какой-то автобус есть. Может, это они уже? Нет, это не они. Это не грузовик, вон автобус. Вон автобус. Нет, не они. Это... Нет. Это еще так, не они. Это наш swimming bus. Так, все, паркуемся и ждем автобуса. С минутки на минутку он должен подъехать. Ты куда? На улице. А что, там есть твои друзья? Нет. Макс! Где? О, вон они! Заезжают! Сейчас мне надо оплатить парковку. Не видно, он весь с друзьями там. Зачем ему родители? Вот и наш Макс вернулся наконец-то домой. Путешественник говорит, что не выспался, не спал, потому что они целую ночь чудили. Да? Вот смотрите, как он подстайл оделся. Носки, правда, не синие, а так все синие. Все такое модное. Сейчас. Ну, давай сюда сумку. Бух-бух, сделай чемодан. Максим, тебе пока кричат. Пока-пока. Пока. Ого, луа. Тапочка-ленд. Тапочка-ленд. Тапочка-ленд? Да. А что это такое? Это мы придумали. Ну класс. Мы тебе тоже сюрприз приготовили. Садись. О, собаку продали. Сейчас услышишь. Макс, скучал за нами? За Катей. А за вами там. Вот добрый братик. Ну, поехали. А Катя еще в первый день после школы сказала, что я уже за Макса немного скучаю. Да? Немного. А по-честному? Но немного, немного, не сильно. Все, Макс, ты попал. Макс, расскажи, что тебе больше всего понравилось за 6 дней без родителей. Наверное, или играть в лесу, или говорить с друзьями ночью. То есть вы ночами не спали, да, как я понимаю? Кстати, он не накормил лакрицей. Макс угостил нас конфетками французскими. Какие интересные, освежающие. Не, они не освежающие, а это лакрица. А скажи, вот что больше всего понравилось из экскурсии? Где вы там были? В замке видела? Делали они парфюм? Они нюхали вещи. Не вещи нюхали. На каяках. На каяках плавали. Мы были в фэктори вот таких конфет. То есть то были не парфюмы, а конфеты? Это конфеты. А мы думали, нам парфюм французских привезешь. Будем конфеты есть. Тоже вкусно. Рассасывать.
Папа, расскажем Максу свои новости, как мы без него недельку провели. А как мы без него были? Вот так вот приходим вечером ужинать, накрываем на стол только на троих, а четвертое место пустое. Макс, и никого нам не было орать. Да, никто не шумел, никто не говорил шатап кошке, не кричал. Очень тихой кошке. Я даже в первые дни сидел за столом и так говорил: а! Вместо Макса. Ну все, он вернулся. Сейчас Ива вылетит. Зачем я ему напомнил? Может, он забыл, как это делается за неделю? Welcome home, Максим! Ты за мной не скучал, так что я с тобой не скучаю. Да я попал мне! Я хотела его Джуду трип. Макс, мне нравится твой аутфит. О, привет, собаки. Вот эту маленькую собаку сегодня приедут, заберут. Тюгу! Катя, дай мне. Тюгу! Бучка больше соскучилась. Они за тобой не соскучились. Особенно Куэ. Смотри, как нападают. Максим, Куэ за тобой не соскучилась. А ну зайди, спой ей. И лужа там, чё. Yeah! Yeah, so loud! Она сейчас придет. Это типа кошка, ты такая громкая. Макс, мы тебе приготовили покушать. Uh-huh. Я понимаю, что ты там офранцузился и уже кроме лягушачьих лапок ничего не ешь. Я надеюсь, ты нас простишь, потому что лягушачьих лап мы не смогли найти. Да, блинчики тоже. А тогда что? Ну идем, я покажу. Целый багет? Улитки. Багет, фуа-гра, это крем-брюле, или как это? Эклер, вот это какой-то листочек. Наполеон. Это не Наполеон, он по-другому. Нет, это лист. И самый известный французский сыр, Рокфор. Все для тебя, я знаю все, как ты любишь. Бон аппетит. Бон аппетит, Максим. С чего начнешь? С фуа-гры или с улиток? А, я думаю, надо начать с того, чтобы оставить рюкзак и помыть руки. Так что давай, моем руки и садимся обедать. О, кошка! Куэр! О, ес, спасибо! Приехал твой певец. Давай, Макс, раздевайся, переодевайся, мой руки и кушай. А сейчас иди домой и посмотри, заметишь ли ты там какие-то изменения у себя в комнате. What? Okay. Это у нас закрывачка, чтобы собаки не ходили наверх. Так. Белая дверь. И я пока что ничего не замечаю. Белая дверь. Еще одна белая дверь. Все белое. Белые плинтуса. Давай. А что еще? И еще. Последнее изменение. А ну-ка, увидишь, нет? Челлендж. Зрители уже знают, что тут изменено. А вот увидит ли Макс вот так вот быстро? Это очень большое. Это надо искать? Нет, оно очень большое. В той стороне. Вот в той стороне. В той стороне. Оно очень большое. Его видно даже издалека. Фух! Я думал, сломанный телефон. Стена! Новая перекрашенная стена. Нравится? Да. А если зрителям нравится стена и нравится то, что у нас Макс путешественник и... мы не купили лягушек. Ставьте обязательно лайк. Лайк! Подписывайтесь на наш канал. А мы идем есть улиток и фуа-гру и рокфор. Я не буду есть. А на французском скажите хоть что-то. А, au revoir. Субскрайбер. Ставьте лайк. Сюр ла чанал, мистер Макс. Но, субскрайб сюр ла... Чанал, мистер Макс. Короче, au revoir. Мисс Кейти, мистер Макс, Энтвитер и Флёс. Так, вот таким взглядом надо смотреть на младшую сестру. А, точно, я вспомнил, что я забыл. Да. Карту Уно. Ты ее потерял? Одну. Ничего страшного.